12 января, в день открытия Гайдаровского форума, состоялась экспертная дискуссия «Новая региональная политика». Участие в дискуссии приняли главы регионов, чиновники, отвечающие за федеральные программы развития, и представители Центра стратегических разработок. Участники обсудили разрыв между развитыми и отстающими субъектами федерации и возможные пути его преодоления. Эксперты выразили свои мнения на злободневный вопрос, нужно ли сосредоточить управление в руках Центра или дать больше самостоятельности субъектам. Лидером. Губернатор Сергей Морозов отметил, что регионам не хватает полномочий, связанных с землей и имуществом. Я бы попросил бы ваш центр обратить внимание на передачу полномочий, связанных с землей и имуществом. У нас огромное количество земли и имущества действительно не только не работает, но и не способствует развитию. Второе. Считаю, что давно уже перезрел вопрос о передаче достаточно большой части контрольно-надзорных полномочий на уровне регионов. Третье. Считаю, что давно назрел вопрос о передаче большей части федеральных органов исполнительной власти, работающих на территории региона, в прямое подчинение регионам. Модератор встречи, председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, согласился с предложением Ульяновска и похвалил уверенную управленческую политику региона. С ним согласились и другие эксперты. Система управления, приближение граждан, повышение эффективности. Вы уже посчитали свой экономический эффект, я понимаю, и качество услуг для граждан улучшилось. Поэтому я вообще считаю, для регионов это сейчас задача номер один, и хотел бы, чтобы у вас многие поучились, и я надеюсь, такая возможность есть. Но кроме этого, Ульяновская область разработала целый ряд стратегических документов, которые соответствуют современным требованиям, и активно реализует реформы в сфере оптимизации государственного аппарата, муниципальной реформы и повышения качества государственных муниципальных услуг. В продолжение темы еще одним событием стало подписание соглашения между областным правительством и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации о сотрудничестве. Документ предполагает обмен лучшими практиками применения проектного подхода в государственном управлении. Академия поможет области превратиться в умный регион. У нас в основном говорят об умных городах, и Сергей Иванович, мне кажется, то, что точно первый, но совершил такой очень смелый шаг, заявив о том, что Ульяновская область строит умный регион. У нас в Академии много наработок в этом направлении, большой опыт международный, который был изучен Академией. Я надеюсь, мы сможем помочь Сергею Ивановичу, команде Ульяновской области. Совместная работа будет вестись как дистанционно, так и посредством стыковых совещаний экспертов. Первой задачей для сторон станет формулирование первоочередных действий. Дарья Сутрева, новости «Ульяновской правды».